Смотрите, что я вам покажу. Вот кто спит у меня под одеялом. Красоточка. Сейчас поцелую прямо в нос ее. Чудо малое. Она еще и дышит. Когда мы ездим через мост тоже. Да, наверное, Харьковский, там где дома такие много красивых, много. О, это Комфорт Таун этот, или как он называется, цветной. Куда мы за коробочками ездили, которые никто не хочет покупать. Да, завод, да, этот ртутный завод. Дешевле, конечно, намного. Все время у них типа на 3 года беспроцентная рассрочка. И люди там продают тоже. Слушай, это что, площадь вот эта, как она называется? Ленинградская. О, точно, Ленинградская площадь, я ее узнала. Ленинградская. Ее, наверное, переименовали, да, уже, наверное. Какая площадь? Ну, не знаю, да, видите. Ну, я думаю, что она уже не Ленинградская, как ты думаешь? Мы сюда в Макдональдс. ЖД Дарница. ЖД Дарница. Они. А дом блестит. Мы когда-то сюда приезжали, сгущенку где-то тут в магазине вот покупали. В Новосе, да? Нет, он был не Новосе. Но был какой-то магазин тут. Другой был. И тут ты с мужиком встречался по поводу машины, да, чтобы варить? Ну, машину поварили. 15? Не, Приора. А, ну да, Приора. Какую 12? Когда на электричку обратно? Она сама приедет? Еще мы вот сюда вот приезжали смотреть Volkswagen эти. Помнишь? А, да. Слушай, тут магазин этот, мебель ОК. Блин, мы в таком месте находимся. Мне очень нужно было сюда поехать. Я хотела... Уже... Нету машины? Тебя чего приканала? Там есть, по-моему, на стеклах. На стеклах. Институт химии. Колаш, это...
Татарницу на Дарынок. Тот мебельный, помнишь, в торговом центре? Сейчас тот... можем поехать. Так это рано, и закрыт. Они здесь. Мы сейчас в 9 и будем там. Да нам на 9 надо. Они с 10 и раньше, я думаю, то есть с 11. Наверное. О, вот это новый этот район или нет? Это там, где Вероника. Да. Еще мы когда-то, по-моему, сюда ездили, коляску покупали. Я не знала, что есть такое кладбище. Дарницкое? По-моему, Дарницкое. Разве есть у нас такое? Да, Дарницкое. Я не знала, что такое есть кладбище. Я только Байковое и какое там еще. Лесное и... Лесное, Байковое, а потом в центре вот это вот. Как-то оно называется. Помнишь? Чернокожий сейчас и прыжку. Вот сюда вот я ездил дальше. А ты помнишь, мы где-то здесь коляску брали в Виталине? Да, бэушную, да? В этом там что там, магазин бэушной техники. Да, помню. И потом ее и продали, эту коляску. А такая трансформер большая, типа сначала для грудничка, потом сидячая. Это мы для Виталины? Да, да, зеленая, с такими большими колесами, помнишь? Ой, я сегодня такие фотки видел. Наши? Да. Детские? А в где ты? В основном детские. А где ты их видел? Я Боже, на Фейсбук зашел. Ты какую собаке ошейник, дети. Глянь. Ты видел? Бедная куда это? Ты видел этот ошейник сантиметров 20? Первый раз такое вижу. Зачем ей такое? Жалеют, что типа не передушивать. А, не, мне кажется, наоборот, блин, оно на всю шею. Да, все, я понял. Это старый район, да? Это старая Дарница? Это типа? Дарница, да, старая. Стадион Восход. Закат есть, интересно. Возможно, красота. Что-то монастырь. Вот тут классное, видишь, что-то за место. Ресторана тут круче, где вот этот обрыв, видишь? Красиво вообще. Туда как попасть вообще, в целом, погулять вот там. Вот он, да, туда. Что, мы в зал едем? Сначала в церковь, да, заедем. Туда поехали, где-то на поток. Давай посмотрим, что это за церковь, ладно, уже не посмотрим. Хотя бы посмотреть, что тут. Или давай остановимся, почитаем. Найдем ее. А тут нету церкви, кстати. Вон церквушка есть. Хавана. Ресторан. И прямо к церкви проход. Это ресторан или церковь? Май, ну разве здесь можно ехать, ну, машиной? Это же дорожка пешеходная. Да где же эта пешеходная? А что нет? Это какая церковь? И куда тут? Вот это вход? Ну да. Ладно, пошли посмотрим. Храм Вечинина. Храм Вечинина, все же добре. Что Вечинина? Что нам треба? Свечки, да? Церковь.
Только зашли сразу московского патриархата, попали. Молитва и все. Ну, мы так. Вот в церковь пришли, конечно. Не к нему в гости. Днепр. Ресторан. Рыбаки. А что, тут мелко, да, Виталик? Да. А то труба или то кусок дерева? Труба? А, глубоко то, что труба торчит? Слушай, а это не здесь вот этот музей Голодомора? Мы ходили, не? Что? Музей Голодомора не здесь? Не помнишь? Голодомора, это ж... Или там, где вечный огонь? Там, где вечный огонь. Парк. Слава. Разве там музей Голодомора? Да. Там? Есть. Ох, красиво тут. Поехали. Приехали в спорт. Вот я опять в солярий пойду на 5 половинок, потому что я просто не знаю, когда я среди недели попаду в спортзал. Может, это иди, потому что это я каждый день я не очень хорошо ходить. Проверяю всегда. Кто не знал, кто не видел, чтобы никто не спрятался. Потому что у меня фобия. Я боюсь, что я зайду туда, и кто-то меня что-то сделает. Короче. Ой. Пошла в солярий, потому что непонятно, когда я попаду в спортзал. И в любом случае, ну, потом не буду ходить. Ну, какая разница? Сейчас схожу, возможность есть. Тем более, бывает занято. Вот, поэтому взяла 5 минуточек. У меня сегодня 2 ключа. Один я взяла, как я обычно хожу, сумку не беру. Там деньги не беру с собой. Максимум это одну карточку. А сегодня взяла, ну, мы же ездили, вы поняли, да? Маму ездили на вокзал. На Дарницкий вокзал встретили маму Цветов. Вот. И передали ей кушать там. Вот. Огромная сумка получилась. Дотащил муж туда, поставил их. Ну, в этот, в электричку ее сумку. Ой, и мама поехала. Не знаю, как она дотянет. У нее там невралгия. Я еще мало оставалось времени до электрички. Я побежала в аптеку, купила ей диклофенак, купила ей, ей колят эту магнезию, шприцы. Боже, так бежала, спешила, чтобы успеть. Оказалось, до электрички еще 20 минут. Ну, короче. Свекровь – это отдельная история, потому что она кипишует вечно. У нее всегда 10 хвилин залишается, вот, и ты на этой почве нервничаешь. Короче, там совсем другое. Короче, девочки, надо будет на дачу уже ездить, конечно. Что я вам скажу? Надо. Вот, ну сейчас не очень финансово, дорого. Мы поедем обязательно. Вот. Ну, еду передали. Я думаю, там еды им на 2 недели хватит. Я и колбаску купила, крылышки, рыбку копченую. На суп там курицу. Что еще купила? А, с этим, типа шпикачки передали. Колбаску говорила. Капусту она просила, хлеб. Ну, короче, нормально. У них там картошка, какие-то закатки есть. Мама вообще мало ест, там больше другое. Вот. Короче говоря, девочки, все. Раздеваюсь. Иду в солярий. Ой, там, наверное, будет видно от ламп. Иду в солярий на 5 хвилин. Вчера ходила на 7, сегодня пойду на 5. Вот, чтобы не сильно так. Но вообще сейчас надо возобновить, хочу спортзал. И, наверное, надо будет как-то поднапрячься и на следующий год взять еще годовой абонемент. Потому что мне подобается. Вот, мне нравится, как тело меняется. Да, каких-то таких грандиозных результатов нету. Для того, чтобы были такие супер результаты, надо пропадать в зале тут сутками. Ну, тут люди ходят каждый день, например, по 3 часа. Да-да. Так, ну, у меня времени нету, вы знаете. Все, сейчас переодеваю плавочки. Куп-
купальника, стринги у меня, в которых я летом загораю, и пошла в солярий. Она сказала, говорит, иди, говорит, витамин D получаю. Намотала в этот раз себе футболку на голову, потому что, знаете, что я заметила, у меня волосы очень пересушенные, ломаются прям капец. И до меня дошло, что это солярий, потому что написано, одягайте специальную шапочку. А я мертвала всем и не одягала. Короче говоря, я сделала все. Футболка у мене була, натягнула її. Думаю, можна звичайну бандану чи щось таке брати, одягати. Або шапочку купити в аптеці. Все. Солярій вимикається, потім вмикається вентиляція. Я зараз буду одягатися в зал, піду займатися. Сейчас буду мерить брюки и лосины на себя. Бегу домой за собаками, потому что собаки еще не гулят. А нам на волонтерство сейчас бежать надо. Просто опаздываем уже, капец, надо бегом. Так что с котлетой во рту сейчас буду выбегать с собаками. Голодная, капец, после зала. Я телефон дома забыла, вернулась. И она уже все, уже ушки сложила, уже она с нами идет гулять. Так моталась, без поводка вывелась сегодня, спешила, Нику ее моталась, слава богу, собак не было. Так, теперь мы на волонтерство с сыном и с мужем втроем едем. Вот. И потом не знаю, посмотрим. Я в Адидасе себе купила эти штаны спортивные. Сходили на волонтерство уже тут. Ой, устали просто без одних ног. Я вообще в 5 сегодня протялась. Кто-то там пишет, что у нас неинтересная жизнь и ненасыщенные дни. Да, чтобы у вас такие были ненасыщенные дни, как у меня. Я вам сейчас скажу, во сколько это было. В 12 часов дня муж уже, у него шагометр. В часах муж уже выходил шаги за день, которые должны выходиться, 10 тысяч шагов. Вот, так что поверьте мне, очень активные. Купила трусики себе опять такие же, как были у меня, только меньше. XL-ка большие на меня, M-ка были бы на меня, но они почему-то короче идут, а я не хочу, ну, низкая посадка, я имею в виду, ниже идут. Короче, взяла Элька, надеюсь, будут небольшие. Очень мне понравились стринги. Вот, ну, короче, померила очки тут в магазине одни интересные. Давно их хотела и не купила. Сумку присмотрела, такая офигенная, понравилась сумка. Вообще красивая такая. Ну, коричневая. У меня коричневая вообще не с чем носить. Черную взяла бы, мягенькая, форму держит и мягкая, вместительная, маленькая, вообще супер. Вот. Не взяла, пока смотрела, любовалась в руках, смотрела, держала в зеркало, любовалась, забрал ее, она одна была единственная. Иду с мужем, говорю, блин, сумку, говорю, понравилась. Стырили. Очки давно мечтала о таких. Ну, как мечтала. Хотела такие очки. Не купила. Блин, ну что ж ты такая, говорит, шаг вперед, два назад. И посадил меня в машину, говорит, сейчас приду. 100% за очками пошел. Вот, так что так вот. Я вам сегодня аж 2 видео с утра выклала. Так что выклала. Так кто-то мне там исправляет, выложила. Выложила, выклала, наложила. Какая разница? Правильно? Так, покупки из АТБ. Такой чай взяли с клубникой и мелиссой. Это с этим... Ой, как он называется? Боже, забыла. Эрл Грей. С бергамотом.
Тут много приправ опять. Такая. И чеснок. Кисло-сладкий соус. Запасные ролики. Ролики-валики. Я говорю, запасные ролики-валики. Ролики-валики. Это толики-шмолики. Что ты ей объяснил? Оливки без косточки. Маску себе. Она хорошо стала понимать. Или темы просто легче для нее стали. Вот такую взяла. Протокс какая-то новая. Не знаю, у меня такое не было. Щетки? А там нету под ванной? Нет, я поубрал. Калос у меня есть, только другая масочка. Попробую, потому что скидка была почти 40 гривен на нее. Пока есть, взяла. У меня уже заканчивается. Туалетная бумага. Это еще с Ашана. Вот и спрайт маленький.